Ну что, привет, ребята. Привет, ребята. Я написала перископ, называется «Розыгрыш удался». Никто не знает, какой у нас был розыгрыш с Любой. Знает, по-моему, только Виктория. А чего не рассказывать? Это можно рассказывать, уже все записано на видео. Так они, а смотреть потом не будут. Так наоборот, им интересно будет смотреть на твою реакцию. Как там лоханка? Все классно. Уже не лоханка. Уже мухобойка. Уже любимая кастрюля. Но мухобойка уже я назвала сегодня по ошибке. Так вот, Любочка. Любочку я сегодня разыграла. А вон еще как разыграла. Да, Виктория знала. Я ей рассказала. Знала, да? Да, я ей рассказала. Что я сделала? Я это все записала на видео. Это вот видео, я утром рассказывала, показывала, все на видео сняла. Я купила фейковые лотерейные билеты. Там, где я как бы вот так вот стираешь, и они выигрывают 10 тысяч долларов. Я принесла это Любе и сказала: Люба, в честь твоего юбилея я купила лотерейный билет. А вдруг нам повезет. И Люба клюнула, потому что она даже не знала, что такие билеты существуют. Тебе разогреть кушать? И она начала их делать скрач. Одна 10 тысяч, дальше идет 25 долларов, да? 100 долларов. 50 долларов. Потом я говорю: Люба, ты, говорю, стирай. Я говорю, пойду, говорю, там меня кое-что на компьютере посмотреть. А сама-то, я думаю, я не смогу просто сидеть. Я ушла в другую комнату, вот так стояла, слушала, а она, значит, там такая... Еще одни 10 тысяч долларов. Сочи, у нас 10 тысяч. Если еще одна 10 тысяч, я выиграю. Ну, конечно, такого быть не может. И она, значит, там стирает. Я стою в комнате, вот так вот прям у меня руки трясутся. Думаю, если я сейчас выйду, ну, по мне видно будет, да? И она там такая, раз, я слышу, что тишина. Я все это записывала, у меня есть камера, которая записывала, но меня не было в данный момент, я сама еще не смотрела. Боюсь подходить-то. Твоя шипит там. Люба, ну расскажи им, как дальше. Какое у тебя было чувство, когда ты увидела, что ты выиграла 10 тысяч? Расскажи. Чувство было такое, что я, конечно, думаю, не может быть. Какой-то подвох. Ну не может быть, что я вдруг выиграла. Думала. Ты же не знала таких билетов. Думаю, ну неужели выиграла? Неужели? Не, я не знала о билетах точно. Ну а как подвох-то какой? Ну, двойное чувство было. Чувство, неужели повезло? И чувство, двойной подвох. Что-то надо прочитать внимательно. Может, не до конца прочитала. Эти такие билеты, они всегда такие. Я готовилась к этому розыгрышу целую неделю. Я заказывала эти билеты специально на Амазоне. Нет, Дэниел покупал на день рождения. Они разные условия у них. И тут я подумала, надо внимательно условия почитать. И она перевернула и прочитала. Сзади там написано, что эти билеты выигрывают только в ваших мечтах. И она это прочитала. Выиграли, вон, люди-то выиграли, видишь, 10 тысяч. Конечно, возможно. Если бы я ей миллион дала, то она бы не поверила. Куда? В деньги потратила. Так Наталья сразу: ой, выиграла, отдай мне. А я шучу, такая: давай мне этот билет обратно, говорю. Я же хочу подыграть-то, что... Я что-то обижаться-то. А чего она сказала, обиделась? Не обиделась на такую шутку. Почему она странная? Эта шутка, кстати, она самая известная в Америке. Все эти... Зачем перевернули? Ну, потому что все разыгрывают друг друга. Такие билеты всегда имеют массу условий и массу подтекста. Люба обещала мне, что она меня тоже разыграет когда-нибудь. Я очень хочу, чтобы меня разыграли. Так, бери в руки. Смотри, Данилка придет, надо внимание уделить. Че на дуру обижаться-то? Так, в бан. Наташа, лук будем обжаривать? Лук будем обжаривать? Да. Вообще, когда вас разыгрывают, это классное чувство. Я просто мечтаю, чтобы меня кто-нибудь разыграл. Надо было забрать билет и бежать. Я вам покажу сейчас. Вот видите, осталось у меня еще 4 билета. Сейчас придет Дэниел, мы даже не знаем. Знает Дэниел про это или нет, но мы Дэниелу тоже дадим один билет, и он будет его смотреть в перископе. Мне все равно, я что-то не очень ничего не хочу. Ты говорила, то кушать хочется, уже не хочет ничего. Надо придумать что-нибудь реалистичное. Ну, вообще, билеты это самое реалистичное, честно говоря. Нельзя стереть про мечты. Не поняла. Нельзя что вам шутить? Я не знаю, что они пишут.
косточку там грызет. Я не знаю, возможно, меня в видео там опять будут поливать, что я над Любой издевалась и разыграла. Любе очень понравился мой. Ей очень понравился мой розыгрыш. И мне бы понравилось, если бы меня разыграли. Я не знаю. Косточка-то какая у меня по бокам пуговочки. Надо придумать мега-розыгрыш для бриллианта. Давайте придумаем. Но это надо придумать так, чтобы она не знала. Я хочу не таких не же не подруг, как Люба и Наташа. Мы ваши и есть подруги. Да, сзади билета написано, что билет нереальный, и он выигрывает только в ваших мечтах. И надо поехать на улицу Nowhere. Помнишь? Nowhere, это значит в никуда, чтобы взять эти розыгрыши. А на некоторых билетах написано, если вы выиграли, отнесите это своей бабушке, она вам отдаст деньги. Да, вот так написано. Что мы готовим? Мы готовим мясо в скороварке. Вот. Так, вот это нельзя стереть. Лук, а чего стереть-то? Дэниел вообще не смотрит перископ наш. Киркорова нужно Любе провести. У вас появился Apple TV. Супер, я вас поздравляю. А еще я Любе загадывала загадки сегодня. Ох уж тоже, загадочки. Тоже было очень смешно. Пионерские такие, детские. Я, по-моему, только одну вспомнила. Да. Про марки. Давай, давай на перископ-то им позагадываем, что они отгадают. Давай. 32. Потому что в перископе все равно мало народу. В этом, мало, что-то мало. Ну, я имею в виду, что не все увидят. Она переживает, что мы на перископ сейчас все расскажем, и смотреть никто смотреть не будет. Мало, ничего себе, 95 человек. А потом еще трансляции будут смотреть. Она боится, что мы будем рассказывать на перископ то, что в видео, и никто смотреть не будет. Наоборот, смотреть будут. Ага. Я вот сейчас рассказала розыгрыш, и наоборот, интересно посмотреть, как ты на это реагируешь. Не правда ли? Правда? Правда, конечно. Будем смотреть еще как. А вы фото люди в Любе показывали? Какие фото? Чье фото? Мое фото? Какое? Фото, наверное, мне прислали, которое на Facebook. А, нарисованную? Нет, не нарисовано. Конечно, интересно будет, видишь, интересно будет увидеть. Люба, давай читай эти загадки. Эти загадки, возможно, из вас очень многие знают. Эти загадки были опубликованы в Мурзилке в 1976 году. Они были детские, но так как у нас больные теперь умы, у нас ответ напрашивается совсем другой. Эти загадки смешные, но вопрос еще смешней. Поэтому, Люба, угадала. Ответ пойдет сразу, потому что многие из них, они эти знают. Так, эти. Все, хватит. Давай. Чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать. Вот, Михаил их любит. Вот эту загадку он мне загадал, Марка. Следующее. Ты вот здесь вот читай. Тут по... Вопросы-ответы тут есть? Нет, там просто это потемнее. Вот есть. Есть. Марка. Кругом волоса, посередине колбаса. Кругом волоса, посередине колбаса. Кукуруза, видишь, они знают. Знают. Дальше. Сверху, нам здесь уже прошерстили компьютер. Сверху черно, внутри красно. Как засунешь, так прекрасно. Угу. Ну-ка. Галоши, видишь, пишут. Ну, все знают. Дальше. Когда я своим Рыбинским это читала, они просто там падали. Волос на волос. Тело на тело. И начинается темное дело. Волос на волос, тело на тело. И начинается темное дело. Глаз. Ну, веки. Веки, правильно. Почему глаза? Веки. Ну, то же самое. Проверили. Можно все. Сказать, сон, да, все что. То холодно, то холодный, то горячий, то висячий, то стоячий. Люба так серьезно их читает. Да, что?
Душ. Видишь, пишет. Все знает. Пишет, что неинтересно ему это все. Ну, давай не будем тогда с неинтересным. Ну и ладно. Все знает. Да. Я не знаю тогда, что еще интересно. Он, Тамара пишет, волосатая головка, за щеку заходит ловко. Да, я тоже это загадывала Любе. Она смеялась и не могла угадать. А это зубная щетка. Вот не помню уже, конечно. Но она помнит их из детства. Помнит, она... что за... Да. Пирога не будет. Мы мясо вот тут порезали. Что, чеснок потом, да? Я вот тогда уберу. Короче, Люба, я загадываю эти загадки, она их не помнит, поэтому, да, в голову всякая фигня лезет, потому что Эдик, мы уже не дети, поэтому лезет. А у детей не лезет, поэтому дети отгадывают легко. Данилка идет. Да, приехал? Угу. Соченька, где твоя косточка-то? Она съела. Но она не съела, она ее куда-то спрятала. Нет, съела. Да? Да. Да, ей еще. Она грызла ее. Хотите скороговорку? Хотим. Ты доску что, тоже с России привезла? Видите, вот билетик-то, смотрите. Ну-ка. Видите? Вон Данилка пришел. Люба, будем его показывать? Say hi. 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 Будем ему давать билет? Или попозже? А? Where's your new toys? Where's your new toys? Daniel. Ну не сейчас, не подожди, не говори пока. Надо это сделать так, чтобы как будто мы вспомнили, что у нас есть такой билет. А то сразу побежишь, да? Tomorrow. Daniel, we're making for you very good food. Good. Да, надо естественно, но не сразу, чтобы прям побежать к нему с этим. Ручки на коне, и все, сижу смирно. Сижу смирно. А? Что еще лук добавить? Видите, вот хозяйка все спрашивает меня, а мне нельзя давать советы на чужой кухне? Нельзя. Так что сама. Я не знаю, всю эту пасту добавляет лук, что ли? Я спрошу Данилки вот сейчас. Daniel, all meat? Daniel's been up 24 hours, he didn't want to eat. Okay. I got chicken parmesan, noodles, or do you like meat? I want my meat. Meat? It was ready. Almost. It's not ready, but are you leaving right now? This is made fast. Yes, hungry. No, but, I mean... Tell me, you want this or this? To make sauce. Спасибо. Know, он не в настроении, so честно. Is, поэтому сейчас cheese, пока нет. Люба, вот ты приготовь и подай. А ты сейчас покажешь ему ингредиенты. Конечно, он сам не знает, что он готовит. Фетчини? Not фетчини. I was told that dinner was ready. No, we say we're making. Yeah, I have chicken parmesan. I don't want the chicken parmesan. It's disgusting. Вот видите, какой избалованный. Вы думаете, что? Не хочу, говорит, чикен пармезан, надо что-то другое. А мы еще не успели это сделать. И он недоволен, что мы еще не успели приготовить. Она все ему рассказывает. Показывает, какую банку взять. Я говорю, приготовь и подай. Почему-то вы грустная. Да, я не знаю, что это. Если бы ты сказала, что не готова, он бы остановился и купил что-то. А я же сказала, готова. А почему ты сказала, готова? Я сказала ему, что мы готовим. Как оно может быть готово, если он только начал? Еще 30 минут. I don't know who told you that it's ready. I told you we're cooking. Oh, okay. I didn't say that. I know that I didn't say. Я уже все объяснила. Он что,
У меня не новая прическа, у меня новый цвет. Ну а что пить? Пить, он воды до меня попьет. Крышка снимется. Конечно, нельзя сразу насильно. Насильная огонь? Да. А зачем насильный-то огонь? Быстро приготовил. Сильный огонь никогда быстро не приготовит. Он только сгорит и все. Или что? Сильный огонь не делает быстрее или медленнее. А я думала, что делает. Нет. А это же скороварка. Я вижу, Алексей, что это ты. Ну да, такой цвет у меня пепельный опять. Он сильно голодный, и он сейчас на билеты не едет. Нет, сейчас мы у него предлагать билеты, это понятно. О, говорит, старый, очень голодный. Ариана, тебе привет, подруге Виктории Филинской. В какую игру ничего не играю. Сегодня не играю, не готовлю на кухне, сижу скромно в углу, ничего не говорю. Сделай ему срочно какой-нибудь бутербродик или хоть что-нибудь. Люба, если он такой голодный. Он любит есть основательно. Он поедет и купит. Ну зачем ты сказала, что готова-то уже на самом деле? Я повторила за тобой. Я сказала, что готовим. У нас кроватка уже все. Нет. Он не злой, он расстроенный, что он приехал, а еды нет. Он всю ночь работал, все утро, и ничего не съел, потому что я сказала, что готова. Думаю, выключим пораньше, потому что это самое. Я да, думала, это скороварка шумит. Я лично думала, что он поест это. She eats your food, she eats bone from here. What you gonna eat, mashed potato or noodles? Noodles. Noodles? With butter. Yeah, butter. You didn't like the chicken parmesan? Huh? No? You didn't like chicken parmesan? Why didn't you like it? It's dry, it's tasteless, and the dog won't even eat it. Oh, I didn't try, that's why I don't. Enjoy it. I didn't try, I say I did not. Он очень избалован, я почему перед ним даже и не стараюсь. Пусть ест свои американские игрушки. Pardon? You gonna sew your toy back together? I don't, you know what? Покажи-ка. Пойдем-ка. Это вот игрушка, которую подарила Сочи. Сочи, привет, Сочи! А она смотрит, встала. She's like, when are you gonna my toy? Сочи-то. Отдельно ножки, отдельно ручки. Why she pulled the foot off the one? И принесла Наташа Сочи игрушку. I don't know, she doesn't play what I bring her today. What could you bring? Over there. Сочина игрушка сегодня. Я принесла ей игрушку. А ей нравится больше вот эта, которую я покупала первый раз. Запчасти. Ой. Даже я что-то было две ножки, а теперь уже даже ножки нет. Так, сейчас я буду заглянуть. И нам тоже с маслом. Люба там шуршит. Не до шуток тут, понимаешь? Mm-hmm. Муж-то, оказывается, голодный. Дошутились. Вот Люба, видите, я показываю. Шуточки, дошутились. Муж-то голодный, голоднючий. Шуршат. Видите, как пчелка в трудах, аки пчела. Бутер дайте мужчине. Я что и говорю. Да? Катя говорит. Бутер, вот он самодельный, самопальный, есть не будет. Он или сам должен сделать по американским меркам, или пойдет купить.
А уж то, что я приготовлю бутерброд, точно не будет. Я помню, первый год я делала с колбасой, но без майонеза. Мы же майонез не знали раньше, еще в детстве-то. И он, когда замуж вышел, он брал его на работу, ничего мне не говорил. А потом как так осторожненько, не то, что сейчас. Да билеты он не будет сейчас делать. Какие билеты сейчас? Он голодный, как собака. Надо это сделать вовремя. Да, настроение, что было. Он спать хочет и есть сейчас. Он всю ночь работал. Ну, хочешь, я вам скажу, Дэниел, садись со мной, посиди, ему дам билет. Ну, попробуй. Попробовать, что из билета? Сейчас посажу его сюда. Что будет? Нет, так нет. Какой дать-то, который 10 тысяч или 5 выигрывает? Давай 5. Так а что, мы не сделаем на видео, что ли? А на перископе сделаем. Рано. Кто-то говорит рано, кто-то говорит не рано. Есть 10 тысяч, есть 5. Да он на 5 обрадуется, останьте. Скажи, я принесла йоги, не хочешь поучаствовать? Он будет, я сейчас буду здесь лежать, а я это самое, позову его. Дэня! Yes, come over here, Дэня. Here. Sit with me, Daniel, come over. Он идет, идет. So she's mine. Yeah, I know. Everybody loves her at the park. Вот я положила билет на стол, и я, он сядет со мной, будет болтать, и посмотрим, увидит он билет на столе или нет. Я даже предлагать не буду. Any of your viewers from New York? Yeah, come over, sit with me, talk. Any of your viewers from New York? They want to see you. From New York. Any of your people on Periscope from New York? Yes? No? No. Why are they from New York? They shut down New York City. Shut down? Yep. Он тебя домой прогонит. А что он меня прогонит? Он наоборот любит все эти развлекухи. 20 inches? Yeah, they shut the city down. As of 2:30 today, no one can drive on. Кто-нибудь в Нью-Йорке? Нью-Йорк закрыт. New York City. Yes, so he said New York is closed because of that snow. New York City. New York City, yeah. Anybody caught driving on the road? They say yes. They say yes. Good. Yeah, come over, sit with me. They say it's snow everywhere. Not here? No. Oh, I brought for you for Luba if you want to scratch it. Oh, it's on the table. You still didn't scratch it. Let Daniel scratch. Люба, дай монетку, пусть он скратчит. Yeah, but if I win $5,000, I'll have to leave. Where you go? Somewhere where there's food to eat. Люба, you didn't scratch. Daniel will scratch then. Go ahead, Daniel. Okay. Why you didn't scratch? Match any three amounts to win. You buy for me, remember, for birthday, it was... You bought. No, last year you buy for me for birthday. Okay, $25? Yeah. Have to be three the same? Yes. Okay. The excitement's just rolling over. Rolling over. Иди приготовь что-нибудь, не надо стоять здесь. A $5,000 one? The excitement's just... Oh my God. Dun, dun, dun. Ты, Люба... Сейчас сомнения наведешь, если ты... $10 one? Dun, dun, dun. Maybe you win $10. What are you going to do that with $10? That means you got to get a double on this one here, you lose. Oh, okay. Nope, you lost. You didn't win nothing. Lost? Yep. You have two more. Okay, here you go. We got two $5,000 ones. If we get one more $5,000, we win. Are you kidding? No. One more? See, we got one. No, but it's got to be all matching. No, three. You just got to match three. Three? Match three. Any three. I thought it's everything have to match. Three. Are you sure? Match any three amounts to win. Okay. Wow. You know, I've spoke English my whole life, so. Okay. One more won $5,000 and we could win $5,000. My God, Daniel. Don't scare me.
We can go down there and buy $5,000 worth of Powerball tickets tonight. And win, right? $60 million. Still? Okay. Yeah. It's 60 million, not 600 million. Okay. I never win anything, so anyway, you know. What? So cheap. Let's see what happens. Лео, он говорит, я сейчас специально ей скажу, что я выиграл. Сейчас, говорит, я специально потерюсь. Uh-oh, look at a 5-0. Uh-oh. It could be. Holy shit, we did. Know. We just won $5,000. Oh, come on. И he just... Лео, он мне говорит, я типа скажу, что я выиграл. Наташа. We just won $5,000. No, it's not. Oh, it's one of them trick tickets? No. But we win or not? If it's a real ticket, yeah. Yeah? This ticket is for entertainer purchases only. It's a no good ticket. Ma, what means no good? It's a trick ticket. They all winners. It's, look at her, huh? Yeah. They sell them at novelty stores. Ah! You're too smart. Where's when I worked at Seminole Precast, a guy got one of them for $50,000. He knew it. But it you, right here. Have you feel something when you... I know. Maybe, I gave to Luba 10,000. No, Lubov, when I read the back of it to see what type of ticket it was, but I've first, seen it. First, when you see plus, third. You know the easiest way to tell that it's a trick ticket? Uh-huh. Feel how stiff the ticket is. Oh. Okay. I gave to Luba 10,000 today. Oh. She was scratching and she was like... Yeah. See, the easiest way you can tell is because the ticket's so sturdy. But you didn't see it. Huh? No, you I seen scratching. It when I looked at the back. It but says right here. What do you feel when you see here? I told her what I was going to do. I said, hey, how about I say I won and see what Lubov does. But when you see third number, you think if really... No, Lubov, I knew it was a trick ticket before I started. It said right there. No, I... Okay. I seen it before I started scratching. We thought we were going to see... Ah! Why? It's just $5,000. Привет. They say hi to you. Hello. From Russia. And they say you're Superman because you didn't get that trick. Well, see, it's called self-control. I mean, you don't want to go screaming and hollering if you just won big money. But how would you feel if you sat in a bar? Did you see on YouTube how they do it? They was like, ah! We had a guy that worked with me at the concrete place. His friends gave him one for $50,000. So? He quit. He quit the job? Yeah. How he much? He came in at $50,000. Oh. But he thought it was like, oh, whoa, whoa, he came он in говорит, and told нам дали 50 тысяч, вот такой вот, и он уволился с работы. He told him. His he don't know it's not real. No, his friends gave it to him at their house. They were having party over weekend, drinking, having a good thing. And they went to the store to buy lottery tickets, and they gave him this one. He says, "Hey man, we got you a couple lottery tickets," and he won $50,000, and he partied, and then he came into work on Monday, told everybody, go pfft himself, he quit. And oh he don't God. Check on that. But you know what? On YouTube, the husband gave to wife Powerball and left, and she's like, look, and she won. You know, when he come back, she's sitting like that. I want a divorce. Yeah. It doesn't work with us. И она говорит, я хочу развестись, дал муж жене Powerball с миллионом. И она сидела, проверяла, а он сделал скрытой камерой. И когда муж пришел, она говорит, я хочу, говорит, развестись. Давай подадим на развод. Он говорит, а почему? Ну вот я, говорит, хочу развестись, и все. И это все на камере записано. Я послала вчера вам Викторию. Она думала, что она выиграла, да? They did the same thing in, I think it was New Jersey. Ну вот, вот, ladies... Виктория пишет, одна там на развод подала, я ей послала даже это видео, это был в шоке. Where was it? They were saying a lady's husband, the lady worked in a hospital as a nurse, and her husband called her up and said that they won the Powerball. And they did it. And they were having a big party at the hospital that she won it and stuff like that. And her husband just basically called and lied. And he finally told her, no, I just joking. And that was crazy. You know why I check on that? Because you remember some... She believed it, but she said, I need to know right where... right there for they entertainment. Go. I know, but she said, oh my God, I need to know where to go for that money. I need to go this money. I start treat where we have to go. Tallahassee. Yeah, and she's reading, you have to go on Nowhere Drive. She's like, very strange name of the road. Nowhere Drive. Well, the easiest way to find out is where it says, entertainment purposes only.
Yeah, but this ticket is for you energy. Know, not everybody reads all the time right away. You know, plus, yeah. Plus, if you also look at it, see your chances of winning. What? Say. Odds of winning in what? Odds of winning 0 in 10,000. So yeah. That means you never win. Yeah. But they're cute to do. Yeah. That's cute. But I don't know about this ticket. Oh, you don't? 17 years, I don't know. Never heard about it. And that's yeah, good for me. Now you're gullible. I thought if you're home, I'm going to come to you and say, damn, that's what I wanted to do. That because I knew that you American, you know about all this. Mm-hmm. So, and that's why I come here and you was not here. I was like, oh my God, thanks God. Luba going to scratch it. She gave me look like I have 6,000 subscribers. Mm-hmm. I believe it's she give me luck, you know, mm-hmm. And I see it like that. And I start scratching. She go to doing the copy in the mm-hmm. computer room. Mm-hmm. And I see third number match. Mm-hmm. I say ah, and I was go there in another room. I say I need to make something in computer but, because I couldn't see it even next to her. But, I was like, oh my God. But I know this. It's you have to read carefully. Remember, you buy for mm-hmm. my birthday. You have to read mm-hmm. carefully how win. And I have a way, I believe, and some I think now probably something tricky. And I start snoring, храпеть начал нашей тоскливой беседы. Well, they're fun to do, but you just got to remember. And see, the thing is, I don't show excitement. Yeah, I know. Even if that was a real ticket and I won $5,000, I wouldn't be jumping up and down going, "Woo, yeah!" Even if it's with millions, you wouldn't be jumped? No. That Powerball? Trust me, just because you have millions of dollars does not mean your life gets easier. Of course not. It just means you have bigger headaches. One guy gets killed, you remember? You many. See that? They have a show on TV. No, from the last one, from the billion one. One guy gets killed. But they have a thing on the TV, it's where they are now. And they show you lottery winners from 6, 7, 8 years ago. There's a guy, he won $28 million in the lottery. Yeah. 3 years after he won that, they found him dead in a dumpster. Yeah, look at the people that won $11 million. They built a $3 million house. 5 years later, they're in bankruptcy because they can't pay the taxes on their houses. It's when the people win the money and they get stupid. People not prepare for their money, that's why. It has nothing to do with being prepared mentally, exactly. Mentally. You know, you don't want to change your life massively. They say a lot of people life gets screwed. No, I say yeah, like that. You know, and that's what it is. Baby. What we would do is we would adjust our life. How you feel right now? Because they very tired. Worried. No, they worried because you have a diabetes. You have to eat right now. That's well. I was told dinner was ready. Mm-hmm. I thought you're gonna eat chicken parmesan with you. Okay, when's the last time did I eat your chicken parmesan? Oh, sometime. The dog won't eat that. Так не хочет никаких бутербродов. Не хочет. They say give them him something to eat, but he doesn't want something. Oh, I had something to eat before I came home. Поверьте, They had a big plate of cookies. I know. Well, the floor was dry and I just sat there. Soup, дайте, soup. They say you want a soup. Soup. Do you like soup? I like soup. You do? Люба, make soup for we you. Have none. We have no milk. We have no bread. We have no eggs. Someone said they were going shopping today. I changed my mind. I've been up since 2:30 yesterday afternoon. Все, слезы пошли большими каплями. I haven't eaten since 4 o'clock last night. How many times you stop at McDonald's? At 4 o'clock last night. Лучше, you know what say? If we win, what number one you gonna change in your life if you win any money? Doesn't matter, 10,000. 10,000 isn't a big. If we win $10,000, yeah. We'll pay off all your bills. I thought you were gonna buy a new jacuzzi then. No, it just needs a repair. Отремонтировать. Кто-то хотел много горячего. Just because you win millions of dollars, don't mean you just spend like okay, an animal. If you couple millions. What you gonna do number one first? Она говорит, если выиграешь пару миллионов, что ты купишь? Okay, $10 million. $10 million. Mm-hmm. First thing we'll do is pay off all our debts. Он говорит, сначала я говорит заплачу все наши эти долги. Once we have all our debts, then we'll spend money on fixing little health things. На здоровье потратим.
You know? После того, как все счета закрыты. Then after that, we'll travel. О, путешествовать потом. Where would you go first? I think instead of like visiting, I enjoyed when we went to Vegas, where we visited, where we stayed like a day in a bunch of little places and just moved. What I would do is what's called the bed and breakfast tour of Europe, where we'll start in England, spend a day here, a day there, then go to Scotland, Wales, then go to Ireland, then jump over to Paris or France, do a couple days in Paris, hit Spain, Portugal, Italy, and then we can chill out for a couple months and then maybe go to Russia and visit Ira and visit your family. Alexei, say you hi. Say hi to Alexei. Who? Alexei. Who's he? We don't say to visit my daughter. You didn't listen. I said, after the tour of Europe, we'd come home for a couple months rest, and then go over and spend time with your mother, Ira, and your family. But you don't even think about the Sochi going to be. Where is Sochi going to be? Trust me, when you have millions of dollars, your dog can go with you. Say hi, Alexei. So you're going to go with Sochi, right? Oh, yeah. There was a lady that rented in regular commercial airline. What she did is she bought all the first class tickets. А Винни нарисуешь? Винни. Hi, Винни. No, he said he's gonna make your portrait, and I said, the guy how about who you say portrait? Hi. Don't make portrait now. I'm tired. No, not now. Устал говорит, нехорошо выглядит, язык у него. Боже, Наталья седая. Я пепельная сегодня, да? Yeah, and I need to cut my hair because the girl said, leave it long. It's so fuzzy and fizzy and fizzy. That's nice, yeah. Look at it. Who said? I and Natasha said. Natasha, time to turn off your. It's been over 10 minutes. Yeah. Natasha, we give a yeah. Either feed me or I'm going to McDonald's. На что показывать-то? Так вот на перископ показывать. Так. Daniel, can you take this to show? Show what? How Natasha turn off? Yeah, I know, baby. Daniel want to eat. No. Natasha выключает свою. А ты вот так-то нажми два раза. Да, как нормально. Наташа, вермишель готова. Said 20 minutes ago it was going to be 15 minutes. Don't be grumpy. Yes, I will be grumpy. Думаю, весь такой оброшенный. Yeah, I've been up for 26 hours. Ой, and I haven't eaten since 4 o'clock this morning. Don't cry. So I think I have right to be grumpy. А от Сочи, видите, она довольна. She eat dog food. She eat bone from what we cut meat. Mm-hmm. Actually, fresh bone. Так. Я тут с камерой, Наташа там готовит у меня. Мешает. Hold it this show in there. Итак, дорогие друзья. Дай мне зелень вот этой вот, которую мы вчера обучили. Вот все у нас, вот она зелень. И вот там еще приправа. Все мы мешаем. You're all mine now. Сироп. Okay, they're writing me all kinds of weird stuff. You wanna make them fun, but we're gonna make them scary. They're saying, get the camera back, get the camera back. Hello. They love me. Well, one person wants you to take the camera back. The others are saying hi to me. They're asking me if I want to scare them. See us fish? I don't understand. Hi, Dan. Love you. They love me. Then they're writing nasty Russian things to me, probably. No, they're not saying nasty. Nobody say nasty. What color underwear I have on? Не спрашивайте, эй, он покажет это. Он тогда никого не спрашивает, это он специально. See, I'm going to surprise you all, and I'm going to learn to speak and read Russian. Yeah. Yeah. Хочет по-русски научиться. Love you, Dan. See, they all love me. Oh. I'm so positive. Yes, and hungry. Look at fading away. Can you laugh in the Daniel just won $5,000.
If I did, I wouldn't be sitting here waiting to be fed. I'd be at McDonald's and say, give me one of everything. Если бы ты выиграл, не сидел бы, не ждал вашу еду. Love your Halloween laughing. Вот это вот. Видите, как мы отвлекаем. Все? Давай я буду. Да не знаю, что делать, а? Наташа, ты... Ты бы... А, так он не себя показывает, он тебя показывает. Ты как бы так... О, так никто его не видит. Нет. If you tap two times, they're gonna see you. Все. Люба накладывает все. Is it ready or not? Yeah, yeah, yeah. Вы... Take it out of my way. О, Господи, боже мой. Думаешь, мягкое мясо? You guys don't know nothing about Irish people. А? Что? Мягкое мясо, думаю. Люба, ну ты же мне сказала, что мягкое. Ты же мне сказала, все готово. Все хорошо у нас, все нормально. Very good, baby. You can start trying. That's it. You need more meat? Yeah, no shit. But first try. We can put it better be edible. Don't hear me. If it's not good, I'll yell. Говорит, я надеюсь, что это можно есть. Что очень вкусно. Смотрите, как мы сделали. What's the matter, my baby? Сверху не базиликом, я сделала сверху петрушкой. И всякие специи. Does it taste good? Is it fixed? Да. Are you gonna tell us if it's good or not? I will. Yeah. So how it's, is it good? Good. Good work. That's good. Need salt. See, you know what it's helped? It's helped my pressure cooker. It's make fast, like 20 minutes. But see, if I would have had time, I would have took them pork chops out on the grill. Oh, yeah, I know, but it's no good weather. The weather's fine, I just didn't have time. I was all night at Edgewater doing floors, and then I had to go do floors this morning in Orange City. Why do people think I mind you cooking in our kitchen? I don't know, they tell... They it's not tell, like Luba ever cooks in it. They say on the video that... It's not Daniel, you never say about your wife... But that was a joke. Joke, but you take the broom out of your ass. Шуточки такие, что можно обкакаться от шуточек от таких. A very wise man said that a person that can laugh at himself will live longer. Okay. Taste is good? It tastes very good. Just needs a little sugar or a little salt and a little pepper. Yeah, okay. Now can I eat, ladies? Yeah. Enjoy. Thank you very much for the food. You're welcome. Even though you're 35 minutes late. You're welcome. And Natasha, you can cook in my kitchen, you can play with my dog on my wife's bed, and... Everything else. Thank you, Daniel. I give you permission. Look at you. And anytime you want. Наташа молчит. Of course, there's probably someone there from immigration watching this now. Now I'll get an IRS investigation. Почему не ешь? Why don't you eat? They say. Huh? They say, why don't you eat? Горячий. Ah, there it is. Наташа. Люба. А такую лоханку там не... Ну, ты целый день не ела. Vinny. No, I say she didn't eat all day. Why? Вот. Сели и запели. Нет, он не ругается, он просто громко говорит. Взад половину или назад? Взад. Тут немного, кстати. Это кажется, что много. Просто она размазывала это все по тарелке. Спасибо. Не, он кушает. Он не любит кушать за столом. Он кушает на... Он кушает на диване. Спасибо. Тебе чай налить? Чай, Наташа. Чай сделай. Еще один билет. Теперь трудно кого-то будет нам разыграть, потому что мы все на видео показали. Если только кто не видел наше видео. Видишь, как его быстро и хорошо. Еще мясо бы еще минут бы 10. Нет? Нормально. Мягко. Угу. Все на камеру жуем. Давай поедим без камеры. Давай. Давай.
Скажи. У всех обеденный перерыв. Дренемся, как только закончим кушать. Всем спасибо. Давайте, да, мы сейчас покушаем и опять подойдем. Мы жоры, конечно. На юбилей, вот у нас не шампанское, да. У Любы красное вино, у меня белое. Пишут, нет уж, ешьте с нами. Ну да. Кто-то пишет, а кто-то будет смеяться, как мы живем.